Я не исключаю, что он может оказаться в старте. И Златан не прав. Ударил умышленно локтем. А, Джона Терри, понятно. Ну, еще раз повторю, Джона Терри уничтожить невозможно. Он как терминатор во всем известной киносаге. Уверен, что у нее будет и пятая, и шестая, и десятая часть. Вот Джон Терри даже после таких хамских абсолютно вещей, которые продемонстрировал Златан,